В эфире информационный канал «Город», и мы продолжаем. Один человек получил тяжелые травмы в ДТП на Новом мосту. Там предприниматель на Kia Sportage не пропустил мотоциклиста. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. По данным ГИБДД, авария произошла в четверг в 9 часов вечера. Водитель паркетника не заметил попутный мотоцикл. Водитель автомобиля Kia Sportage, по предварительным данным, при перестроении не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с попутным мотоциклом Yamaha, который от удара совершил падение. В результате 21-летняя пассажирка мотоцикла получила тяжелые травмы, с которыми была госпитализирована в реанимацию. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В Кирове осудили велосипедного вора Рамиля Нурисламова. 22-летний молодой человек похитил два велосипеда на общую сумму 13 тысяч рублей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали жулика в момент краж. Преступления были совершены в домах по улицам Боровского и Московской. Везде Нурисламов действовал одинаково, проникал в подъезд и пассатижами перекусывал парковочный трос. Благодаря этим съемкам вора удалось задержать и впоследствии осудить. Ему назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу. Также Нурисламову придется возместить ущерб потерпевшим. Слишком легкомысленно отнесся к совету сотрудников Росгвардии пьяный водитель «шестерки» на улице Тимирязева. Они встретились на автозаправке, стражи порядка подошли к изрядно выпившему мужчине, проверили документы и сказали ему никуда не ехать, но он поехал. Я отвечаю вопросом на вопрос, я задал. Я ехал на этом. Вы ехали на этом транспортном средстве. Доказательства. Сотрудники охраны предоставят. Пускай сейчас вот прямо предоставят, тогда я отвечу на ваш вопрос. Согласны пройти? Я еще раз говорю, я отвечу на этот вопрос, когда предоставят. Доктору когда... поедете? Сейчас мужчине грозит полтора года лишения прав и штраф в 30 тысяч рублей.